Ну вот. В принципе, готов. В принципе, все готово. Часики только положим. Так. Часики есть. Здравствуйте, Женя. Опять я опаздываю. Планы для того, чтобы менять. Добрый вечер. Ну, подождем еще кого-нибудь. Холодно у вас, нет? Так. Здравствуйте. Пока к нам присоединяются, напомню, что сегодня по гадашке у нас 200, то есть любые вопросы, любые ответы по 200 рублей на один, кроме на негатив смотрим, да, здравствуйте. Тепло стало хорошо. Вот, я с большой симпатией отношусь к вашим местам. Вот, Беларусь мне очень нравится, я как-то не знаю. С детства, но уже давно, короче говоря. Вот. Вопросы на магические способности. Это мы смотрим безоплатно. И на наличие негатива тоже смотрим безоплатно. Я опоздал, жду теперь, когда люди меня увидят, когда Инстаграм сообщит, что уже пора уточнять все подряд. Про алтарь, может, пока, да? Ну, нас мало, но мы в тельняшках. Просто тогда я эфир, может быть, сохраню. Вот, чтобы это такое молчание не затягивалось. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. По гадашке. На негатив смотрим безоплатно, можно задавать вопросы. На магические способности, кого еще не смотрел, тоже. Вот. Что касается всего остального, 200 рублей остаются за один вопрос. Оплата услуг связи на МТС. Так, несмотря на мое опоздание, да? Итак, алтари. Использует кто-нибудь из практиков? Меня смотрят практики? Знаем, как делать. Вот. Ну, то есть сначала мы готовим, да, все. Мы в любом случае все материалы, которые используем в своей деятельности, мы все-таки, поскольку они кем-то изготавливались, кем-то доставлялись, кем-то выгружались, расставлялись по полкам, продавались и так далее, то есть энергии нахватали разных, от разных людей, поэтому все, что мы берем, мы всегда приводим в порядок. Мы сначала чистим, да? Вот, и потом уже с этим работаем. А когда уже некий предмет создан, не люблю я слово артефакты, это просто магические наши инструменты могут быть, это магические предметы, те, у которых есть название, да, там амулеты, талисманы и так далее, и так далее. Это могут быть и ножницы, и ножи, но это только, опять же, те, которые используются в деятельности, да, в ремесле. Здравствуйте. Это могут быть там и чаши разного рода, и кто занимается зельеварением, то и котелки, и так далее, и так далее, да. И вот это у нас тогда уже что-то необходимо заряжать потом, да, тоже в разных традициях, кто там, смотря чему отдает предпочтение, ну, если коснемся ножей магических, то уже может быть несколько, да, кто-то одним обходится атомом. Ну, атом называют вообще атом, иногда называют атом, сейчас время у нас смутное, называют как кому не лень. Так, по гадашке на способности на негатив безоплатно, все остальные вопросы 200 рублей, напоминаю тем, кто не читал пост. И опять попрошу читать пост, потому что буквы там не зря. Если вопросы уже у кого-то есть, можно мне задавать.
Про алтарь продолжим. Ну, алтарь что? Алтарь тоже место силы, да, у нас? У каждого есть. Сейчас я тут поправлю чуть-чуть свой ароматизатор этот. Тут прямо. А давайте посмотрим, да. Встреча Евгения Александра до конца недели. На МТС. Так, на МТС. Если отсюда сюда, да, значит, мне нужно вам писать зеркально. На МТС в посте есть. Прямо в посте. Это плюс 7, опять же, остается 918-068-8008. То есть последние 4 цифры совпадают с предыдущей версией мегафонда. Плюс 7-918-068-8008. Вот туда просто как оплата за услуги связи, без всяких там привязок к каким-то картам, сомнительных банков или менее сомнительных, ну неважно. Так, начнем мы с кого тогда? Начнем мы. Первый вопрос. Евгений Александр. До конца недели. Давайте попробуем. Ух, это нормально, это подключки. Так всегда. Зеваешь, слезятся глаза. Иногда начинаешь еще шмыгать носом, да? Это подключки. Так, до конца недели, да? Да, вы знаете, произойдет, причем как-то так, резко. С элементом неожиданности. Я не скажу, что вот как бы так, знаете, интересный момент. То есть встреча вот прямо, как бывают вещи, которые мы планируем, да, бывают, которые не планируем, происходят как-то там себе стихийно. Вот, а у вас произойдет так, что вроде бы как хочется и вроде как, ну вот, что называется, удачно сложатся обстоятельства. Что вот картинку, которую вы себе представляете, она сложится. И очень быстро как-то вот раз и получилось. Так что да, прямо у вас, что тут у нас, да, произойдет. Екатерина, негатив. Давайте смотрим негатив. Екатерина, на негатив. Да, добрый вечер всем, кто присоединяется к нашему шабашу. Екатерина, негатив. Да нет, Екатерина, это бытовое что-то. Вы вообще какая-то фаталистка, что ли? Вы вот прям вся на чувствах. Слишком чувствам придаете много значения, хотя вы наполнены, нацелены на будущее. В общем-то, я не скажу, что это депрессивное нечто, состояние. Это сейчас оно у вас не блестящее. Да, есть депрессия, но в принципе, как человек, да? Вы как очень много придаете этой сфере значения и проседаете, когда, допустим, вот с личным что-то не ладится, да, начинаете слишком переживать. Но, по-моему, в данном случае зря. То есть, да, есть проблемы, просто если более детально смотреть, это уже полный расклад делать. Но вот если говорить о том, есть ли магический негатив, да, который там что-то совсем вам гробит, я этого не вижу. Нет. Бытовое есть, но это личное, свое, свои переживания и так далее. Да, здравствуйте, Светлана. Ну, давайте посмотрим.
Светлана на негатив. Вообще можно здороваться, правда. Как-то потребительски будет менее, когда просто там. Тебе делать нечего, глянь, да? Так, я никого никогда не хочу обидеть, да, это я могу. Но немножко уважения это неплохо, тем более, когда с вас денег, в общем-то, не берут, да? Негатив. Светлана, да? Чего вы депрессуете? И прямо сердце кровью обливается. Да, негатива как такового нет. Неоправдывающиеся деньги, расходы большие у вас сейчас. Вот прямо предстоят, вы ждете эти средства. Для вас как, ну, как путь, да, для улучшения ситуации в целом. Вам они нужны. Без них вам как-то сложненько, но тот джентльмен, от которого зависит данный вопрос, к сожалению, сейчас, ну, как-то не торопится с этим. Но я не вижу негатива стороннего, Светлана, не вижу. То есть порчи какие-то, да, какие-то крадники, такого я не вижу. Может быть, знаете, это уже как дополнительное, может быть, не слишком себя накручивать. На итог получается, вы получите те средства, которые вам реально нужны, вы получите. Не надо сильно нервничать. Не нужно себя накручивать, не нужно сгущать краски. Вот так. От вас, да, от вас много, вы как бы, вы привыкли на себе тащить. Вы при этом привыкли к тому, что, ну, сам по себе вы человек такой довольно, ну, сформировавшийся, твердый такой, да? Скорее мужской даже типаж во многих проявлениях. Но не надо переживать, получится. Негатива как такового нет прямо. Вот нет. С Азаматом вы сами решите, стоит ли вам начать. Я бы, как всегда в таких случаях, рекомендовал бы. Да, я здоров. Просто у меня лента тормозит. Люди, когда присоединяются, я этого еще не вижу. Поэтому я приветствую сейчас всех, кто присоединяется к эфиру. Отношения с Азаматом сами решите, стоит ли начинать. Рекомендую посмотреть его отношение к вам. А вы уже потом будете определяться. Если такая формулировка устроит, просто мне плюсик поставьте, и мы посмотрим. Вы именно, по-моему, да, по документам вы именно Рита. Именно Рита. Да? Сердечки я очень люблю. Так. 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 А мы пока. То есть, Рита, я жду ваш плюсик или вашу, ну, ваше уточнение, да? Дмитрий, Людмила. Отношение Дмитрия к Людмиле. Что-то хочется мне взять. Хочется мне взять. Хочется, возьму другую колоду. Да, Рита. Все, хорошо, я понял, Рита. Сейчас посмотрим и вас. Так, Дмитрий. Отношения Дмитрия. К Людмиле. Да, здравствуйте всем. Старая тема. Дмитрий, Людмила, старая тема. Что-то такое ускользающее вы для него. У него есть чувство к вам.
Есть довольно такие серьезные, ну, прямо вот не люблю я это слово, но любят, да, вот выходит, что вроде бы как такое выходит, что любят, как-то при этом слишком робко любят. Что за упор на Пентакли? Так, ну здесь скорее что, он видит вас как партнершу свою, но вот тут, знаете, либо как бывшая уже, вот я не вижу, вот знаете, когда женщина нравится мужчине, есть определенное проявление у мужчины, да, он как-то дает ей об этом знать, вот, то есть вы для него, с одной стороны, как светлое воспоминание. Вот скорее так, да, вот прямо было хорошо, ностальгия по тем временам есть. Вот прямо ностальгия. Но, понимаете, не всегда. Ну да, бывает такое, неуверенный он, да. Но одной ностальгией сыт не будешь. Как-то если там что-то хочешь, как бы, бабу украсть, то бери и укради, да? В общем, так. А так, оно неплохое, это как тоска, да. Он хочет видеть вас в качестве своей женщины, он хочет. Одиноко ему без вас. Но он, знаете, как у него есть состояние выбора. Вот как вдруг, ну как вам сказать, это вот не получилось, или как страх, да? Страх, что не получится. Ну так надо же пробовать, а то чего ж так бояться сидеть, а вдруг получится. Ну вот так. Да, поэтому, ну отношение, оно неплохое. Я не скажу, что плохое. И он, знаете, вот если совсем итогом говорить, да? Он настроен на серьезные отношения, он хотел бы их, вот хотел бы. То есть, может быть, и вам как-то дать ему понять, что да ты говори там, ну не бойся. Потому что я не вижу для вас какого-то вот, ну не засранец он, вот честно. Я не вижу, чтобы там подлость какая-то, знаете, была там, ну, чтобы человек гадость какую-то готовил, я такого не вижу. Пообщайтесь, может, более так, ну, по-доброму там, ну, женщина делает мужчину, ну, либо героем, либо мерзавцем, да, часто, часто. Ну, это когда мужчины вот такие, поддающиеся влиянию, у меня на этот счет свое мнение, оно женщинами одобряется до определенных пор, да, сейчас у нас феминизм везде, я не сторонник феминизма. Вот, но это как бы в быту и так далее, это моя личная точка зрения, и ладно. Вот. А в принципе пары бывают гармоничными, абсолютно разные, в разном сочетании, кому, как говорится, что нравится и кто насколько удачно нашел себе того, кого искал. Вот. И все. И тут, как всегда, все просто. Да? Либо тебе с человеком хорошо, и ты готов на компромиссы, либо тебе с ним не очень хорошо, и ты уже не готов на компромиссы. Все. Остальное это притирка, что называется. Поэтому да, все, то есть на негатив мы смотрим. То есть по отношению Дмитрия к Людмиле я не вижу ничего плохого. Человек, ну, неуверенность есть, но при этом он, у него очень основательное к вам чувство, понимаете? Вот оно не поверхностное, вот слово вспомнил. Так, Рита, я про вас не забыл, если вы вдруг решили. Так, Рита и Азамат. Давайте смотреть отношение Азамата к Рите. Да не хочу я дальше, вот прям вот итоговую положу. Чего он парится? Вот похожая ситуация, чего он парится? Вот очень похожая ситуация с предыдущей, в том смысле, что у него есть к вам чувство, и он вот прямо готов, как вам сказать, ну, на плечи взвалить, да, заботу. Он готов.
Почему он этого не делает, я не знаю. Или, может, это его волнение, может быть, да? Это вот он как бы так, ну, ерзает внутренне. Угу. А вдруг какая-то разбалансировочка у него вот есть. Нервничает по вашему поводу тоже. Он боится, что вы шашкой махнете. Почему-то так. Или себя он сейчас. Как-то у вас не скучно. Выбор. Да, выбор. У него как выбор. Такое состояние. Он не может решиться, елки-палки. Тоже. Хотя он видит вас прямо, ну, своя женщина. То есть это вот, ну, либо супруга, вот прямо, вот как, кстати, Людмиле я не сказал, что вот именно как статус, вот. Это не, ну, или очень такие, ну, единственная, короче говоря, вот женщина, да, вот прям вот все, женщина, которая должна быть рядом. Он видит вас и хочет тоже, чтобы вы к нему испытывали чувства. Вы для него как батарейка. Прямо вот, ну, радуется он жизни, когда вас видит. Так что вот так. Хорошо относится, если вы так. Если резюмировать, то вполне неповерхностные чувства. Вот можно доверять. Ну, там дальше смотрите. Общайтесь. Выясняйте важные моменты. База для этого хорошая. Если есть желание, то можно отношения как-то потихоньку начинать, да? Или как пойдет. Вот, что еще мы у кого? Так, это я посмотрел. Да, здравствуйте все, кто присоединяется. Угу. Да я, как вам сказать, есть религия, есть, если о Благовещении, есть магия, есть, разные делаются гадости, кстати, тоже, на большие церковные праздники, чем они опасны. А, младше вас, вот, 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 да, младше вас, потому что вот выходит это ерзанье, вот оно что. Он даже, знаете, он даже как бы, вот, и теперь как бы стало, да, пазл. То есть он боится, что по этой причине вообще не сложится. То есть, ну вот, есть у него такое. Теперь понятно. Да, пожалуйста. Так, нет религиозной. Не с религиозной опасаться на... То есть вот птичка гнезда не вьет, да, но надо... Просто с чем недавно сталкивались сравнительно, да? Защищайтесь, потому что на религиозные праздники очень много делается соборных нехороших вещей. Очень много. Вот и все. Если для себя, ну, название праздника, оно говорит само за себя. Просите. Вот чего хотите, того и просите. Так скажу, если коротко. Насчет магического негатива. Или что? Рита, поясните, пожалуйста, насчет магического негатива. Рита. Для семьи, да. Но опять же, понимаете, вот все, как бы неважно, Благовещение, там, крещение, Рождество и так далее. Для семьи во благо. Во благо что значит? Мы не ломаем ничью волю. Вот тогда во благо. Если где-то через колено, если, опять же, и желание, как бы, вот мы хотим, да, вот, ну, как бы, что для примера. Ну, например, нам кто-то должен денег, да. И вот мы делаем так, чтобы, ну, как бы, на благо ж семьи, да, чтобы деньги вернулись в семью или пришли. Вот. А при этом пусть там еще дадут и люлей заодно, да, должнику, раз вот мы и то, и то, и то вынуждены были терпеть, и в этом себе отказывали. Ну, вот, как бы так.
По магическим способностям я могу вот сейчас в рамках этого самого, как его называют, эфира прямого, я могу посмотреть, да, нет. Если конкретно по куда вас ведут, это расклад отдельный. Хорошо? Поэтому, если вам интересно, вы ко мне в директ напишите, будем думать, как мы, ну, не как, когда, я извиняюсь, будет для этого день и время. И завтра, послезавтра мы это просмотрим уже детально. Но это, конечно, уже будет не совсем безоплатно, да? Да, рот обогревать, помощи просить в делах у сил природы можно, если вы, допустим, придерживаетесь традиций родовых. Хотя, я бы, знаете, сейчас есть такая тенденция вот открещиваться, прямо вот в прямом смысле, да, от веры наших предков, я имею в виду последнюю 1000 лет, да, которая была все-таки. То есть, вот если мы 7 поколений назад отмашем, то все равно христиане, да? И вот открещиваться там в пользу чего-то другого можно. То есть говорят, допустим, что христианство ну, не сильно как-то, как вам сказать, ну, может быть, не настолько экологично, как, допустим, вот традиции, основанные на стихийной магии. Вот я не соглашусь с этим. То есть говорить, что христианство не работает со стихиями, извините. Ладан, стихия воздуха, да, любые ароматы. Огонь, свечи, даже, ну, тут говорить, в общем-то, нечего. Хлеб, да, земля. Прямо вот мать сыра земля, да, и хлеб, и все от земли, тут вот все четко, да. Что там у нас еще остается? Воздух, да, воздуха там куча, вы посмотрите, одних учений сколько и всего, молитва, да, чисто стихия воздуха, вербальная магия. Ну и что еще? Чего? Где тут стихии нет? То, что при этом, при всем, опять же, моем уважении к совсем уж дохристианским временам, к тем, а это искреннее абсолютно уважение, потому что я как бы не то, что там не понаслышке, да, вот, но сейчас смотрим. У Людмилы подруга. При ее появлении начинаю болеть. Но это вот вам знак, понимаете, вот при появлении человека, когда вот уже просто, вы знаете, придет там Вася или там Света, будет потом плохо. Ну, вампирит-то на вас, что происходит на данный момент, тупо морожу ее, может посмотреть, что происходит. Если не ложится ритуал, тоже давайте мы это посмотрим отдельно, пожалуйста. Ну, просто есть ли от нее какое вот воздействие, я гляну, да. Если что-то, может быть, ритуал вы делаете, он не ложится, это уже другой момент. Так, Светлана у нас, да? Человек очень заточен на все, что можно пощупать руками, да, особенно гроши. Что тут за тема постоянно? Мужчина, деньги. Как-то вот виды ее, или вот как интерес, да. Но человек откровенно, ну, не благо несет. Зависть. Вот прямо зависть. Прямо, знаете, когда вот аж огонь. Вот так. Вот по ощущениям вот идет так. Прямо не пассивный завистник. Блокировать попробуйте еще. Ну, заморозить там или просто заблокировать же тоже можно. Блоки разные есть, там может
по рунам посмотрите что-то. Но это так вот, если что-то не ложится, какой-то ритуал, то я везде в каждом посте пишу, пожалуйста, обращайтесь, в директ пишем и смотрим ситуацию, что с ритуалом не так, потому что, ну, не все же ко всем подходит, да? Так, вода святая еще, да. Да, пожалуйста, рад, что перевели, всегда приятно. Угу. До сих пор ломает. Костя, 2 дня общения с ней прошло. Ну, да, как-то, ну, нехорошо, вот прямо нехорошо. И человек, знаете, человек даже готов рисковать. Вот. То есть она вас даже, да, и пощупать, потому что вот оно идет, что вот человек хочет прям вот, вот да. Это... крадником. А зачем крадником отрезать? Заблокируйте ее и все. Не надо крадников тут. Она у вас, понимаете, с крадниками надо аккуратно. Вот если вам, одно дело, вам человек должен и паразит, да, тогда крадник святое дело. Ну как, не святое, но это правомерно. С точки зрения высших сил это правомерно. Вот. Тогда пусть за счет его ресурсов силы вам возместят из других источников. И все. Так можно делать. Опять же, в том размере, в котором силы считают справедливым. Всегда вот эта важная фраза, ее забывают. Да, там, то кто-то там втройне, не надо. Потому что с точки зрения высших сил, ножом, да, отсечь привязки-то да, но я имею в виду, допустим, вот что она сейчас там, надо смотреть, вот еще раз говорю, надо смотреть. Привязки рубануть одно. Тут речь-то идет о том, что почему ритуал этот не ложится и какой выбрать. Вот об этом, да? А потом уже там это как один из элементов. Ну, отсечете, а ее опять черти принесут. Вот чтобы дорогу ей к вам закрыть. Понимаете? Чтобы она к вам не шла. Это экологично будет, потому что не надо бояться тут ничего. Вы ничего, вы ее не ломаете. Вот пока она гадость не задумает в отношении вас, к вам прийти делать, у нее все будет хорошо. Вот когда задумает, вот тогда как бы вас, ваши эти защиты будут срабатывать. Защищаться от таких людей, отстраняться. То у вас просто что-то не выходит. Ну, надо смотреть, иногда, вот я вам скажу, иногда силы нам не дают делать. А почему? Заставляя к кому-то обратиться. То есть силы считают, что вы должны за это заплатить. Так тоже бывает. То есть мы ж не знаем, мы помним себя в этом воплощении, то трошки, да, вот, по мере своих там скромных возможностей. А силы нас наблюдают, все наши воплощения у них перед глазами, вот как, что называется, как копеечка, да. Поэтому, ну, им виднее, иногда вот так бывает. Иначе, что там, все умели сами все делать, и что? И война была всех против всех постоянно, да, каждый бы колдовал. Поэтому тут не надо смотреть просто в диагностику вашей ситуации в целом. Сделать вот это я рекомендовал бы вам. Вот это я прямо рекомендовал бы. Посмотреть, почему не получается ритуал подобрать другой. Опять же, какой будет лучше по направленности. Может быть, несколько ритуалов сделать. И все. И закрыться от нее потихоньку. Ну, плюс и так как бы... Сами тоже, понимаете, не надо стесняться говорить слово «нет». Вот если вы не хотите, вы можете сказать или прямо, что ну вот там не надо приходить. Где-нибудь там встретимся, там, если вот так, некогда мне. Хотя бы так, да, вот просто «нет». И все, не надо грузиться тем, что человек будет там обидит, это его проблемы. Понимаете, человек должен прекрасно любой понимать. Вот я понимаю, допустим, что моя свобода ограничена свободой другого человека. Вот граница есть, понимаете, нельзя, ее надо соблюдать. Она позволяет и к себе не пускать. То есть эта граница, она такая штука необходимая. Не надо к другим лезть против их воли, в их пространство. Но и в свое пускать всех не надо. Потому что вы будете тогда постоянно чиститься, постоянно себя наполнять, восстанавливаться до следующего засранца. И потом вот так, ну, зачем это надо? То есть, ну, минимизировать вот этот токсичный круг общения, минимизировать, насколько получится. И все, и будет лучше. Здравствуйте, к нам присоединяются потихоньку. Правда, и уходят потихоньку, да, но присоединяются. Не опоздал опять.
Но делаю вывод, что все-таки начинать эфир в 23 часа это людям удобнее, чем 22:30. Вот, хотя мне удобнее было бы в 22:30. Ну ладно. Сегодня мы смотрим безоплатно диагностики на магические способности. Предварительно, да, да, нет, не прямо по направлениям, делаем полностью все по полкам. Это уже большой расклад отдельный. И на негатив. Есть ли какая-то дрянь, которая вам разрушает жизнь, либо вредит вам, тоже навскидку, чтобы не гадать там, не думать, что есть. Если есть, то тогда да, идти уже делать большой расклад. Завистников, разные традиции. Разные традиции. Вы знаете, не надо слишком многое иметь, чтобы вам завидовали. Вот и все. Вот удивительнейшие вещи происходят. Удивительнейшие. Это может быть даже нечто ситуативное или просто. Кто-то может считать, что вам легче. То есть вам на самом деле может быть не легче. Что-то даваться, да, получаться что-то, вот не ценой меньших усилий, вот не шара, не халява. Но если какой-то человек считает, что он обделенный, что он впахивает в этом направлении больше, а получает шиш или около того, он вам будет завидовать. И не надо быть Ротшильдом, там, султаном Брунея и прочее, понимаете, или его женой. Будут завидовать, и причем со злостью вот такой тоже бывает. Так что, как защититься, ритуалки есть разные. Вот. То есть, если интересно, опять же, смотреть. У меня, кстати, какие-то посты есть тоже, вот там, если покопаться на странице, что-то я писал, вот я сейчас вспоминаю, там их почти 400 штук, но про зависть там тоже что-то есть. Полистайте. Так, вопросы, у кого еще есть? Можно ли на негатив? Да, можно. Катя, здравствуйте. Ого, сейчас к булавке перейдем. Сейчас мы Катю посмотрим. Булавка – это плохо. Когда находится явно в нетипичном месте, это плохо. Зеркало иногда, да, булавка, земелька, веревочка с узелками или ниточка – это плохо. Монетки тоже бывают, работают вполне себе передатчиком, да, и активируют, допустим, когда закольцовка ставится на какой-то ритуал. Ну, это дрянь, всегда дрянь. Это не закольцованная постоянная чистка или защита, это какая-то гадость. Ладно, смотрим сейчас Катю. Катя, почему настроение такое? Что с вами происходит? Чего депрессуете, чего нервничаете? Так, Катя на негатив, сторонний. Смотрим магию, да? Нервничайте. Будут деньги, Кать. Если вы об этом, не бойтесь говорить, действуйте решительно, оформляйте все, ну вот все, что требует оформления, все, что бумажная сторона вопроса, да, не ленитесь. В общем, решительно, предельно четко, пунктуально. У вас обновление пути какое-то идет, что-то там, что-то новенькое. Как-то в жизни грядут перемены, словом, да? Будут деньги, негатива я вот не вижу, такого стороннего магического не вижу. Но страсти мордасти есть, переживания есть. Но у вас все равно, у вас получается, как вам сказать, то есть вы не будете с пустыми руками вот в будущее, вы не идете, у вас будут деньги.
Так всегда так было, вот, да, любят завистники так делать. Травма, вот что. Но будут деньги. У вас обновление идет, вот как-то вы выходите на какое-то, ну, нечто новое. Все-таки получается. Нет, старые монетки, как бы, скорее всего, это ну, может быть, кто-то в каких-то традициях что-то делает. Ну, предпочитают, понимаете, ну, старая монета есть старая монета. Она, то есть, это деньги. В общем-то, да, это деньги, но это не те деньги, которые в ходу. Это либо, вот есть иногда, допустим, вот серебро требуется, да. Сейчас серебро, это они не, они цвета похожего, понятно, там серебра нет. Вот, есть монеты старые, там, царские, советские, где серебро именно, да. Вот если это серебро, ну или медь, я не знаю, там в каких ритуалах прямо у нас вот медь, и опять же медные, чистая медь, их потом же тоже там бодяжили. Но опять же это относится к советским и к царским деньгам. Нынешние, я не знаю, с чего делают, там сплавы копеечные, как бы и так далее. Вот. Ну вот, можем. А так, по общему правилу, да, какие монеты сильнее, которые сейчас в обороте, у них энергия мощная, у тех энергия уже все позади, ну, прошедшее время, уже как бы нет, может, я не знаю, надо смотреть, да, есть ли негатив на монетах, давайте глянем. Хотя я не могу за вас смотреть, задайте сами мне этот вопрос, это мне уже самому интересно. Да, Катя, вы абсолютно точно сказали, у вас обновление пути, у вас будет вот что-то хорошее. Только очень четко с документами, прямо предупреждение. Все, что касается формальной стороны, придется, может, чуть подождать, да, ну как там обычно платят деньги, там не с первого дня сразу же аванс, да, ну до выплат, когда там у них выплаты. Вот. И будет выплата уже. Пойдут там денежки, потихоньку разгонитесь. Стабилизируется ситуация. Так. Потому что вы прямо там что-то не как, вот знаете, ах, я падаю и не хочу шевелиться, лежать и все, настолько уже осточертело и тошно. Нет, можно двигаться. Так, от монеток нет чувств, не то, так. А, булавку, вот вы говорили, булавка. Да, булавка – это нехорошо. А вы ее взяли голыми руками, да? Вообще касались этой дряни? Потому что это нехорошо. Вот прямо даже смотреть, я, конечно, гляну. Да еще и в еду вам воткнули, а вы скушали потом это, да? То есть вы руками ее трогали, нельзя эти вещи. Салфетки и вообще лучше еще полиэтилен, не касаться, обнулить сначала, умеете обнулять? Сразу обнулить ее надо, эту дрянь, бумагой, ну уже хорошо. Но видите, что-то хватанули. Сейчас, есть ли связь, посмотрим, между этой булавкой и вашим состоянием. Обнулить надо, понимаете? Вы можете ее выбросить куда угодно. Если вы ее не обнулите, она еще будет вас цеплять. Сколько там программа будет работать. Чистились после этого? Ну, вот как это. Вот есть у нас курс «Основы магии». Я же не просто говорю. Там по-разному можно. Так. Заговор есть. Я вам сейчас скажу его, вы все равно не запомните. Ну, там их несколько разных. Так, поехали, значит. Связь между булавкой и состоянием Людмилы. Да. Да. К сожалению. На яичке может не хватить. Яичко не все может снять. Ну, я надеюсь, яичко из-под домашней курицы, все, но надо смотреть, что. Понимаете, нет универсального способа. Яйцо хорошее, хорошо это как техника, да. Воск тоже неплохой как техника, но иногда этого мало.
Если, то есть после чистки состояние должно улучшиться, тогда чистка была эффективной. Если после чистки состояние принципиально не меняется, значит этой техники в этой традиции недостаточно. И тут либо повторить, либо что-то другое, если она в принципе техника не очень подходит. Либо, может быть, знаете, заговор снимает одно, а оговор, когда порчу делали, включал другое что-то, и что-то не снято. Вот это что-то будет колбасить. Надо смотреть. Диагностику надо делать в любом случае нормальную, понимаете, вот так. Но связь есть, и как бы вот если состояние не меняется, можно, ну, можно смотреть, можно смотреть, а что мы будем смотреть, да, какой расклад делать. Вот, наконец-то, наконец-то запустили. То есть, так, да, вот, на чем я остановился, да, напомните мне, потому что эфир завис. И я так понимаю, не только у меня, да? То есть надо, диагностика наша все, да. И сейчас что диагностировать? Сделали какую-то практику. Ну, то есть продолжает ли влиять? Вы по состоянию видите, что продолжает влиять. Что смотреть? Надо, значит, углубиться в тему. Если интересно, опять же, в директ мне пишем, будем смотреть, что с вами дальше делать. Если нет способности в магии, но пользуешься заговором. Да, сейчас я думаю, надеюсь, что он пошел, потому что у меня строка пошла тоже двигаться. Так диагностика покажет, будет или не будет двигаться, вернее, срабатывать. Понимаете, магия как работает? Вы трансформируете энергию силой своего намерения. Вот и все. Если намерение у вас очень четкое, вот прямо четкое, сила ваша есть, а все хорошо, спасибо, Оля, то заговор, понимаете, на тонких планах этот текст, вот он известен, он может и сработать вполне себе. Если не срабатывает, у меня в каждом посте написано, обращайтесь, если что-то у кого-то не сработало, мы посмотрим, почему не сработало, да, и подберем, если это в принципе не подходит, потому что такое бывает, я уже говорил, нет одного универсального ритуала там на привлечение денег, на привлечение любви, там на гармонизацию отношений в паре, на что там еще, на карьеру, на успешную, на продажу дома, там на все подряд, да, и все, нет. Почему? Потому что ситуации разные, люди разные, энергии нужны разные, противодействия разные, да, но все разное, все индивидуально, то есть, поэтому всего много, и традиций в магии дофига, когда говорят там, что вот это самое сильное, да вот дулю с маком, понимаете, было бы самое сильное, было бы единственным, потому что для кого-то в конкретной какой-то ситуации, да, это самое сильное, самое оправданное и эффективное, все хорошо, а для кого-то нет. Для кого-то что-то по-другому надо делать. У каждого своя карма даже, тут что говорить-то. Поэтому может сработать. Я не говорю так, свинцовые отливки сильнее, не всегда они нужны. И надо уметь. Ну, оловом отливают, в общем, называют свинец, олово там, да. Но смысл в том, что, как правило, все-таки это олово. Уметь надо правильно делать. Потому что все, что я вижу в Инстаграме, блин, в интернете, это вранье, как правило. Вот как правило. Написано неправильно. Я не буду сейчас конкретизировать ничего, потому что, ну, знания в магии не приобретаются просто так. Просто так полученное, как правило, плохо работает. Ну, вот так. Потому что это кровью, потом дается и не может обесцениваться. Под каждого человека свои ритуалы. Да, конечно. Конечно, нет ничего универсального на все случаи жизни. Так, то есть, если интересно про отлив, опять же, про работу с этим соловом, в том числе, тоже у нас есть курсы. У нас курсы, правда, они очень хорошие и вообще недорогие. Вот, при том качестве материала, который мне периодически попадается, когда в интернете люди покупают, да, курсы, я узнаю цены. Ну, как правило, у нас с супругой шок, вот просто шок, когда столько денег отдается за это. Я, поскольку не называю никого, я антирекламы не делаю, все, меня привлекать не за что, но это хлам. Вот, это иногда бывает, да, рациональное зерно есть, вокруг не пойми чего, и потом это купаж, это вырезано из контекста, это должно даваться в другом объеме, техникой безопасности в том числе и так далее, и так далее, и так далее. Даже можно долго говорить.
Вот, а этого всего, то есть нет, дается листик или два, и вот вам курс, да, иногда три. Ну, можно и так, наверное, но это неправильно. Ну, вот там 3, 4, 5 листиков не могут стоить, там, ну, скажем так, более 10. Это я, то есть они могут стоить, да, но это совсем уж специфичные знания. Это для посвященных, что называется, это для тех, кто, кому азы объяснять не надо. И вот когда дается именно выжимка, да, именно по сути информация, это может быть. Но это не курсы, допустим, начала магии, это не курсы там зеркальной магии, так, по крайней мере, которая, ну, не относится там к какой-то высшей, да, категории там. Это не то, что, как правило, дается просто всем, вот просто всем. Это не может столько стоить. Вот так. Да, мусора очень много, к сожалению. И, к сожалению, народ это берет, понимаете? Я просто... Ну, это называется, наверное, как удачное маркетинговое решение, да? Того, кто предлагает этот продукт. Раз он пользуется спросом, значит, решение было удачное. Что это дает перед тем, кто приобретет? Ну, головняк точно. Потому что, опять же, повторюсь, очень... Ну, большинство этих курсов содержит привязки к нижним сущностям. Вот, причем к, ну, нижний мир, он такой тоже там многоуровневый, там 9 уровней, да, грубо говоря, 9 вверх, 9 вниз. Но это вот именно те беспредельщики нижние, которые, ну, просто беспредельщики, которые просто дуют, высасывают, и благородством там не пахнет. То есть просто скармливают своим нижним сущностям, и все. А смотря в каком контексте она снится. Может быть, о чем-то хочет предупредить. Сны не совсем моя категория, честно. Может быть, что-то хочет, вот душа что-то хочет, да. Смотря что, сон сну же рознь. Опять же, там символизм сна всегда дается вам, тот, который вам понятней. Если будет более конкретно что-то сказано, ну, можно посмотреть. Вот, подумать, что там так. Может, помянуть надо. Заказать ей за упокой что-то, да, 40 уст. Мало ли, бывают разные. Контекст разный. Да, здравствуйте, кто еще присоединился. По-прежнему у нас погадашки. На негатив ругается. Ну, вот характер требования, да, характер претензий какой. Забыли? Давно, может, там на могиле убрать, привезти туда какую-то сдобу, оставить свечку, поставить в церкви, заказать за упокой, должно пройти. Как правило, вот если с претензией они приходят, то им нужно внимание. Ну, внимание им вот таким образом. Просто подумать, помолиться о ней, попросить у высших сил, да, в этом эгрегоре, она же христианка была, вот попросить у высших сил, чтобы, ну, простили за нее, просто за нее помолиться, простили, чтобы грехи дали душе покой. Этих молитв-то много этих. Так, до конца весны, Людмила. Тогда уже так, будут ли для вас достаточно средств для этого? Вот так лучше ставить вопрос. Потому что получится ли, я не знаю. Это, знаете, не раз была такая... Я вас не имею в виду, в принципе. Была ситуация, когда человек, вот, а у меня будут деньги на это? Да, смотришь, ну да, получается, будут. Деньги человеку приходят, он вдруг вспоминает, что какие-то более важные вещи, чем то, что он хотел, тратит туда, и потом опять приходит, ну вот все-таки на это надо, мне будут ли деньги, тебе на это уже давали. Вот это надо иметь в виду. Высшие силы не очень любят подобные вещи. Если вот вы на это просили, вам на это дали, то будьте добры хотя бы целевое назначение, да, соблюдать. Иначе беспредел нигде не любят. Вот у нас люди как-то слишком, ну, поверхностного суждения очень много, вот поверхностного мышления, поверхностных поступков. А потом ищут виноватых и говорят, там того нет, этого нет, и вообще все фигня, и все вы шарлатаны, и так далее, да? Так, поэтому будут ли у вас средства на то, чтобы перекрыть? Да, посмотрим.
Но это уже платные ответы. На негатив мы смотрим безоплатно, на наличие магических способностей смотрим безоплатно, опять же и то, и другое сегодня. Все остальные ответы, 200 рублей мне на телефон, который указан в профиле, да, 918-068-8008 МТС. Вот. Просто как оплата услуг связи, никаких банковских карточек и так далее. Так, деньги у Людмилы. Очень хотите. Найдете выход. Ситуация прямо мутная, непростая. Она как бы сомнений много, да? Найдете выход. Да, решите вы этот вопрос. Но вот если именно зададитесь, выход будет. Вам сейчас кажется, вот именно как вы пишете, что да, непростое и так далее, но получится. С мужем, с мужчиной как-то вот у вас, что-то с мужчиной получается, понимаете? Как-то вот мужчина, или в целом, как дом имеется в виду, ну, получается. Так, да, 200 рублей. Традиционно, все остальные вопросы 200 рублей. Так, с добром или с худом? Да, да, можно тоже. Спросить, а можно Людмила по способностям? Ой, давайте, Людмила, смотреть, раз уж такое дело. Ах, ну, не злоупотребляем. Силы не любят безответных вопросов больше трех. Всем говорю. Да. Вот, папа. Получится. Получится. С папой все нормально, справитесь. Так. Потому что не шло, что прямо как муж, а вместе с тем, ну вот папа, собственно, да, это ответ. Так. Знаете, способности у вас есть. Вам надо работать над неуверенностью своей в своих силах. То есть силу надо разгонять. И все. То есть меньше сомневаться, меньше вот этого, ой, я не смогу, ой, там, блин, это, наверное, там точно не получится. Вот это нет. То есть, я вам уже ответил. Энергию прямо вот собирать, вам четко дается указание, копить энергию, не распылять на сомнения ненужные, на вот эти ой, ай, все получится. То есть, ну, по крайней мере, вот так предварительно, если вы планируете заниматься ремеслом, то да, показания есть, если уже там более детально, по каким направлениям заниматься, да, чему там больше уделять внимание, где стартовать легче, где эффективность будет выше, по предназначению, опять же, да, что вам лучше, потому что, когда у взрослого, то есть, когда все ходят в садик, там, ну, понятно, все волшебники, феи, там, и колдуны, и так далее, да, ну, по крайней мере, ну, не все, путь кто-то, дети спокойно из сказки переходят в реальность, да, и наоборот. Когда этим вопросом задается уже взрослый человек, тут это не просто так, короче говоря, и скорее всего, вот, ну, подсознание помнит, или память души, да, что в каком-то из воплощений что-то вы там магичили. Так, есть ли способности Светлана? Интуиция тоже, она, способности, интуицию не исключают, интуиция, способности, давайте смотреть. Хорошо развита интуиция тоже вполне себе... помогает хорошо. Вот. А если у вас при этом есть волевой ресурс неплохой, да, и можете, визуализация четкая, достаточно мощная, вполне можете, как бы, способности эти, это как и любые другие, да, есть навык и поехали. Вот. Подошли, взяли штангу 100 килограмм, не смогли поднять, а 10 взяли, ничего, потом 15, ну и так далее, да. Так, Светлана, способности. Это как в бриллиантовой руке, да? Мы все
на что-то способны. Вопрос в том, на что именно. Любовная магия, да, Светлана? Семейная, женская, женские практики. Дома упираются, не верят в это все, да, говорят, фигня. Но, да, есть, можете заниматься. Или сами себя грызете, что вот там семья будет против, да. То есть, так, побаиваюсь в некомпетентности своей. Так я и говорю, основы магии берем и занимаемся. А, ругалась. Ругалась. А, сама себя боюсь. Таким не надо. Иначе вы себе устроите. Ёлки-палки. Не надо себя бояться. Ругалась. Ну что ж, надо как-то бабушку, это теперь уже, да, даже правнук у нее родился, правнук. Но надо ее помянуть все-таки. У меня что-то идет так вот. Что она хочет? Покажите, пожалуйста. Если бы имя было, ну давайте без имени попробуем. Закажите ей 40 уст. Закажите. Вот не зря оно шло сразу первое в голову. Пусть за нее помолятся 40 дней, да, за упокой. И вот помяните ее добрым словом, правда, там может так даже про себя помолиться. Что скажу, то сбывается, правильно? Ментальная магия, Анна. Так, Анна. Так что все у вас нормально, силы есть у вас, понимаете, у вас выходит. Со способностями надо работать. А ерзать это плохо. Иначе ритуал может лечь очень криво и ударить по вам, понимаете? И многие, допустим, по неопытности там начинают путать, что типа это там обратка какая-то пришла, это там какие-то враги, это мне прислали там что-то, это атака вообще магическая, потому что симптомы-то, грубо говоря, да, признаки будут такие же. Но вы сами сделали, вы сами там что-то так вот в сторону, да, вильнули, и вот оно так и пошло. Поэтому, да, пожалуйста, поэтому тут смотрите. Все сомнения должны закончиться до ритуала. Когда вы начинаете что-то делать, сомневаться уже нельзя. Вот пока до этого вы сомневаетесь, да, вы выбираете, то есть вы все устанавливаете, природу там чего-то, с чем будете работать, что устранять или что привлекать, ну, в зависимости от того, да, характер ритуала, на что направлен. Ритуалы там выбираете тоже, какими путями, да, какими техниками добиваться результата. Какие условия там есть все, не есть, чего-то не хватает, чего-то там мало, да, что-то доделать, может быть, еще какие-то ритуалы, да, да, их может быть несколько, комплекс идти по решению какого-то вопроса, да, на то, чтобы выйти там на какой-то результат, вот, ожидаемый, там, желаемый. Вот тут, да, сомневаться, тут, а когда уже вы все решили, да, вы примерно, там, по чуйке своей, вот, прогоном, да, вот вы все-все-все их, как они вам идут. Ложится все нормально. Никаких, извиняюсь. Там нет сомнений и так далее, неуверенности, что что-то не то. Вот когда вы уверены, да, это вот то, на интуиции. Вот
Вы уверены, все хорошо. Вот тут все, все сомнения прекращаем. Как только начинаете делать, делаем. И тут уже максимальная сила намерения, уверенность полная в том, что выстреливает, что все идет как надо, понимаете? Это обязательное условие. И потом, умеете вы обрубать это все, да? Вот закрывать его. Вот вы его сделали, забыли. Вот это золотое правило. Сделал, забыл. И все. Да, пожалуйста. Во благо, как говорится, да? Потому что, если вы будете думать, а вот как, блин, вот я сделал интересно, вот что там сейчас, вот работает он, не работает, раскручивается. Вы его не отпускаете. Вы эту энергетическую привязку сохраняете. Вы ритуал выхолащиваете. Вы его, то есть, вместо того, чтобы добиться максимальной эффективности, вы это сохраняете, отток. Вот этот, когда, ой, а ты мне посмотри, там у меня получилось, там, а ты мне, да вы дайте ему хоть раскрутиться, хоть недели две, да, хотя бы дней 10, чего лезть-то, посмотри ты, посмотри ты, не надо никуда смотреть. Своими сомнениями вы обесцениваете и свой ритуал, и в принципе себя, да, свою работу, свои способности, свои силы. Ну и зачем тогда вообще браться? Вот, поэтому нет, не допускаем того, чего не надо, допускаем то, чего надо. Вот такая будет. Ладно, такое пожелание, да, такая формула. Собственно, все. Если вопросы закончились, время уже у нас позволяет все завершить. Да, в нумерологию, да смотрите, смотрите, понимаете, по способностям, вот если диагностику уже сделать, полную, потому что, ну, есть как, люди, которые занимаются вот чисто, вот, допустим, все, я астролог, все трындец, да, или я там нумеролог, все, а потом, а бывает так, ты начинаешь видеть себя в одном качестве, по мере обучения ты понимаешь, что елки-палки, сколько всего, и тут бам, ритуалка, да, вы столкнулись и влюбились в это дело, все, ритуалы, обряды, вот, да, все, вот-вот делать, вот, магию. Ну, как бы вот так. Хотя бывает одно, и то оставляется тоже, там, не остается с человеком, человек оставляет, да, там, параллельно он и нумеролог, там, тоже, ну, тут у кого как. Поэтому, если будет уже интересна диагностика вообще, в принципе, то обращайтесь в директ, будем день, время назначать, у меня просто уже времени, да. Так, что у нас? Так, всем сказал, пожалуйста, сказал. Итак, если вопросы закончились в рамках погадашек и все остальное, то я прощаюсь. Я всем до следующего эфира, то есть о дате и времени следующего собрания будет сообщено дополнительно. Я желаю счастья, ну, прежде всего, не болеть, счастья, успехов, уверенности в себе. Эгрегор пофигизма никто не отменял, очень сильная мощь. Благодарю вас. Вам тоже взаимно. Потому что, понимаете, нас не убьет, нам не повредит то, что нам по барабану. Вот поэтому не сливаемся во все подряд. Пусть вот, мне искренне жаль людей, которых волнует, правда, кто президент в какой стране, там еще что. Да какая нафиг разница? Ты вот имеешь то, что имеешь, ты проснулся утром, слава там, да, Богу, высшим силам, у тебя есть планы, у тебя рядом близкие люди твои, у тебя есть чем заняться, там, кофе им сварить, да, чай поставить, уже хорошо. Поверьте, очень многие лишены этой возможности, вот, лишены. Вот, и для них вот то, что мы имеем, мечта иметь. А мы не ценим нифига. Мы там какие-то воздушные замки строим и говорим, что вообще все плохо, ничего нет. И вот завтра, никакого завтра нет. Вот вчера, да, прошло, все нет. Мы всегда, мы когда-то умрем, да, у меня есть об этом пост тоже. Но дело в том, что нет категории завтра. Этот миг будет в реальном времени, когда он наступит, это будет сегодня тоже. Вот и все, надо ценить то, что мы имеем. Цените, кто рядом. И самое главное, наши отношения с ними гармоничные. Все, это уже счастье, понимаете? Вот есть крыша над головой? Да. Есть близкие, любимые люди? Да, здесь.
Ну и все. Мне как-то попала, знаете, статистика забавная. Мы привыкли считать, что вот, да, там 95%, то есть 5% населения планеты имеют ресурсы, там 90% ресурсов. Так вот, понимаете? Да, именно так. Ирина полностью согласен. Так дело в том, что в эти 5% входят люди, имеющие, грубо говоря, вот там, ну, просто имущество, даже не то, что деньги как таковые, да, а в принципе вот все, в сумме 30 тысяч долларов. То есть, если у вас есть 30, ну, тем более на 40 тысяч долларов, вот все ваше, да, вот если это все весит, то вы уже входите в эти 5%, хотя даже не подозреваете, да, что вы к ним относитесь. То есть, вот так. То есть, у остальных 95 этого нет. То, что есть это у вас и у ваших там ближних знакомых, у тех, кого вы видите, поверьте, это минимум, это не большинство. Вот так. Вот, все, теперь я закончил. Всем счастья, здоровья. Я прямо напрощался, как до Нового года. На самом деле я попробую не затягивать. Если сегодня среда, я не знаю, пятница — мертвый день для ритуала, и для ритуала, да, для эфиров прямых. Ну, может быть. Либо пятница, либо уже следующей неделе, там посмотрим. Я напишу пост, сделаю очередное видео. Мне нравится делать видео про природу, и в котором там так текстик пускать, но чтобы видео тоже радовало глаз. Все, пока-пока. Всем счастья, здоровья, благополучия, уверенности в себе. Все будет хорошо. Пока-пока.